До великого свята залишилось зовсім небагато часу. І ми вирішили запитати у жителів Краматорська, а як вони відзначають Великдень? Подходит такой прекрасный праздник, Пасха. Да. А вы готовитесь к нему? Конечно, покупаю. Ни сама не пеку, но покупаю всегда пасочки, крашу яички этим луковой чешуёю. Да. А в церковь потом несете? Да, обязательно в церковь утром иду, а потом разговляюсь, все это как положено. Да. Скажите, а какие продукты вы с собой берете в церковь? Только пасочку? Церковь? Нет, яички беру, пасочку, соль тоже, соль можно же, это... Что еще? Может, колбаски взять. Пирожки какие-нибудь. Многие 100 грамм берут, нет? Нет, нет, 100 грамм нет. А какие у вас есть семейные традиции вообще по поводу этого праздника? А мы всегда находим на шашлык. На шашлык? Да. Каждый год. Понятно. В церковь ходите светить? Да, обязательно. А вот что вы берете с собой? Только пасочку или еще какие-то продукты? Ну что, и паску, и яйца, и сало, и водочку, все. Все можно светить, да? Обязательно. Всячего, конечно. Понятно. Ну, мы вас поздравляем с наступающим праздником. И вас тоже, спасибо. Спасибо. Вы печете Пасху? К сожалению, нет. Вы вообще будете покупать как-то, готовиться Конечно, к празднику? Конечно, у меня соседка печет вообще красивенные шедевры просто. А, так вы к соседке, типа, напеки мне? Да. А яички будете хотя бы красить? Конечно, это да. А это по-быстрому, да. Традиции вот какие-то в семье? Там садитесь за стол, детки разрисовывают яички, ходите в церковь. Как, что вы нет, мы ходим в церковь, деток маленьких нету, поэтому яйца я крашу сама. В этом году попробую декупаж. Это что это такое? Это когда яйца салфетками там разукрашивают. Получается интересно, ярко. А потом? А потом мы идем в церковь, там собираемся с друзьями. После того, как освятим все это дело, мы разговляемся. Да, разговляемся. Потом идем домой и едем на дачу. На шашлыки? Да. Писанки красить. А еще что треба? Пасочки есть. Пасхи. А кто у вас дома, кто испече Пасхи? Да. Мама пече? А в мене бабушка. Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує.